Не за горами осенние каникулы. По традиции городские учреждения готовят для школьников насыщенную развлекательно-познавательную программу, чтобы досуг прошел интересно и с пользой. Программа «Каникулы в художественной галерее» пройдет с 26 октября по 2 ноября. Мероприятия запланированы для ребят разного возраста. 10 часов и в 12 часов у нас обязательно познавательные программы. Это 10-часовой диапазон. И в 12 часов идут творческие мастерские, интерактивная программа. Познавательные занятия, они это фрагменты, кусочки, это одно из занятий из наших больших программ. Можно прийти позаниматься, погрузиться в какую-то тему, ну, например, у нас тема «История Кремлей в России». Также будут программы, посвященные путешествиям по миру. Например, ребята смогут познакомиться с культурой и традициями Индии и сделать творческую работу на тему индийских слонов. Также можно будет посетить творческие мастерские. Там участники познакомятся с разнообразными техниками. Мне оставили без внимания самых старших, старшеклассников. Для них 15:00, каждый будний день идет творческая мастерская. Большинство из них по пушкинской карте идут. Можно присоединиться. И большая теперь уже разросшаяся программа, которая называется «Поверхности», где мы пробуем с ребятами рисовать на разных поверхностях. В эти каникулы все еще гипс. В дни осенних каникул не забыли и про кинопрограмму. Анимационные художественные фильмы, показы в рамках фестиваля «0+» и «Дни научного кино». Выбрать ленту по своему вкусу сможет как юный, так и зритель постарше. Завершится каникулярная программа в субботу 2 ноября всероссийской акцией «Ночь искусств». Напоминаем, что обязательно нужно записаться, потому что сейчас уже наша программа хорошо плотно наполнена, мы уже выискиваем места, поэтому не откладывайте до последнего дня групповые посещения, только по предварительной записи. Индивидуальные, да, проще записаться, потому что это время может быть занято другим возрастом, например, или другим мероприятием. Поэтому лучше записываться на творческие мастерские абсолютно точно. Также сотрудники галереи проведут экскурсии и квесты по действующим выставкам. Подробную программу «Каникул» в художественной галерее смотрите в группе учреждения ВКонтакте. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.